Наш город смело можно назвать многонациональным. В Димитровграде зарегистрировано 8 автономий. Татарская – одна из самых многочисленных. 13% населения – татары. В далеком 1998 году указанная организация была создана для того, чтобы объединить людей татарской национальности, для того, чтобы развить культуру, для того, чтобы поднять уровень языка и знаний, подтянуть молодежь. Объединить людей, изучать язык и развивать культуру получилось. За 15 лет сделано многое. Есть школа с этнокультурно-татарским компонентом. И в Димитровграде возродили праздник Сабантуй. Успехов вам! Радости! Чтобы у вас было всегда здоровье и благополучие в ваших семьях. Пусть ваши дети растут, знают свой татарский язык, почитают и любят старших, чтобы у вас было все хорошо. Юлия Лаптева, Мир Хуснутдинов, новости Димитровграда.